Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі «Тема дня» і я Катерина Лисюк. Ці хвороби періодично нагадують нам про елементарні правила безпеки та особистої гігієни. Тож сьогодні в темі дня поговоримо про кір та гепатит А, їх причини, симптоматику, наслідки для здоров'я, а також методи профілактики. Гості нашої студії – Наталія Єфремова, обласний педіатр, та Любов Качаліна, обласний позаштатний дитячий інфекціоніст. Вітаю вас у студії. Тож, розкажіть, будь ласка, що таке кір, що це за хвороба? Значит, кір – це остре вірусне інфекційне заболівання, яке характерно РНК-вірусом визивається, передається воздушно-капельним путем. Вот. И характерно для этого заболевания циклическое развитие. Циклическое, потом мы потом дальше поговорим. В чем особенность этой инфекции? Обычно она возникает в весенне-осенний период и передается воздушно-капельным путем, как я говорила. Контагиозность очень высокая, от 95 до 98%. И опасность заражения, если вы контактируете с больным, то очень высокая, что вы можете заболеть. Но спасает от этого, если вы привиты, то, в общем-то, для вас эта инфекция относительно не опасна. Если вы даже и заболеете этой инфекцией, то заболевание будет протекать не тяжело и не будет давать осложнений. Кто находится в группе риска? Ну, конечно, в группе риска находятся те граждане, особенно дети маленькие, которые не привиты. А вы знаете, прививка у нас делается обязательная, коль входит вакцинация в обязательный календарь прививок. И первая прививка делается 12 месяцев, это вакцинация, и ревакцинация в 6 лет. Поэтому обязательно двукратная прививка должна быть. Если вы сделали эти две прививки, то вы защищены от этой инфекции. Взагалі, яка зараз на даний час ситуація на Миколаївщині за весь період? Тому що ще восени 2017-го були великі спалахи в різних областях України, особливо в Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській. Яка ситуація на Миколаївщині, наскільки мені відомо, спалахів немає, поодинокі випадки. Розкажіть про це, будь ласка. Да, на сьогоднішній день у нас відмічається незначительний рост заболіваємості на кір. З цього року у нас зареєстровано 14 случаев на кір, із них троє дітей. Лабораторно підтверджено у нас два случаи, це у взрослих і один случай у ребенка. Из этих 14 заболевших у нас на стационарном лечении сейчас находится 7 взрослых. И находится один ребенок в детской инфекционной больнице, и двое детей у нас было выписано с детской инфекционной больницы, с корью. Во взрослой инфекции один также выписан, амбулаторное лечение получает двое взрослых, они отказались от стационарного лечения, снятый диагноз был двоим взрослым, то есть диагноз корью у них не подтвердился. Пока вот, то есть три у нас лабораторно подтверждено. Порівняно з іншими роками, як можна оцінити ситуацію на даний час? Ну, в тому году за весь год у нас було 20 случаев заболевания кори. То есть это по сравнению как бы с тем годом не так уж и много. А на в інших областях України яка ситуація, не знаю? Ну, там намного больше, там і тисячі заболевших. То есть у нас это имеется небольшая тенденция к росту заболеваемости. Пропоную вам, нашим глядачам, подивитися відеоматеріал, який робили наші колеги ще восени 2017 року. Рівень захворювання на кір серед жителів Миколаївської області нижчий за середній по Україні. Отже, про спалах не йдеться. В той же час медики наголошують, є тенденція до збільшення. Зафіксовано 16 випадків захворювання, серед них 5 – це діти. Тільки понад 65% населення щеплені від інфекційної хвороби. Задача наша – это выявить непривитое население и в большей степени детей. Мы просмотрели, ну практически медики просмотрели все по формам каждого ребенка, посмотрели, кто не привит вообще эти дети, в первую очередь пойдут на вакцинацию, и кто по плану должен получать вторую прививку старше 6 лет, кто не получил, те тоже должны будут привиться. При цьому специфічного лікування кору не існує. Єдиний ефективний метод – захиститись, зробивши щеплення. На сьогодні Миколаївщина отримала близько 25 тисяч доз. Ми отримали достатньо кількість вакцини. Вакцина розвезена во всі лікарні заклади міста і області.
И полностью есть возможность прийти и привить своего ребенка против кори. В Україні застосовується комбінована вакцина для профілактики одразу від трьох хвороб – кору, епідемічного паротиту та красмухи. Вакцину закуповує Міністерство охорони здоров'я бюджетним коштом. У нас зберігається вакцина в спеціальному холодильнику. Температурний режим від 2 до 8 градусів. А де сама вакцина? Можете показати? Ну, що це за вакцина? Це вакцина КПК. За цю вакцину зараз у нас діткам будуть щеплювати взагалі, так? Так. Кір – це інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Найчастіше хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки та школи. Починається як звичайна вірусна інфекція – кашель, нежить, підвищена температура. За декілька днів з'являються крапкові висипання. 100% підтвердженням того, що людина захворіла на кір, є лабораторні дослідження. Я закликаю батьків до того, щоб перш ніж ви зробили щеплення, вас оглянув лікар. Звичайно, якщо дитина хвора, то щеплення треба відтермінувати, але є такі випадки, коли необхідно нагально робити щеплення, тому що, на жаль, любе захворювання, в тому числі кір, воно може закінчитись трагічно для дитини. Катерина – мама двох діток – 7-річного Ісаака та 5-річної Ганусі. Про те, що така кіра, жінка чула. І про профілактичні щеплення знає. Втім, висловлює свою думку щодо вакцинації. У нас немає цих прививок, і нам давали навіть вот направлення в школі, але ми вирішили, що ми не будемо робити ці прививки, тому що я вважаю, що це буде не сильно хорошо, 3 прививки сразу для ребенка, тем более в осеннее, когда ОРЗ, грипп, чихание, и мы тоже начали чихать, кашлять, это не совсем, наверное, хорошо. Ділиться своїми думками щодо вакцинації і пані Софія. У родині підростає 10-річний Богдан. Хлопчик змалечку захоплюється футболом, а мама ретельно стежить за здоров'ям майбутнього чемпіона. Щеплення робить згідно календаря. Я вважаю, що це потрібно робити з перших моментов, скажем так, с момента появления ребенка на свет и в течение всей жизни. Потом это все, естественно, сначала это контролируется в родильном доме, потом это контролируется учебными заведениями, ну и так далее. Но вообще, конечно, естественно, должно быть под контролем родителей. Я очень, кстати говоря, благодарна нашей медсестре Наталье Станиславне, которая контролировала весь вот первый его год жизни. Зазвичай на кір хворіють один раз. Повторні випадки трапляються вкрай рідко. На сайті МОЗ України розміщено інформацію щодо наявності вакцин у регіонах та календар профілактичних щеплень. Лікарі наголошують, основним способом профілактики є вакцинація, яка й забезпечує захист від кору. Тож, тільки щеплення допоможе не захворіти у майбутньому більш старшому віці. В общем, прививка – это обязательно, потому что это опасная инфекция. Конечно, должен быть человек привит двукратно. Если же, согласно календарю прививок, не привит человек, значит, обязательно нужно сделать первую прививку, и затем через месяц, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения, через месяц можно сделать вторую прививку, это ревакцинация. И если две прививки есть, вы защищены. Но хочу сказать, что как же избежать, да, кори? Значит, прежде всего, учитывая такую эпидситуацию, естественно, нежелательно ездить в области эпидемически неблагоприятные. Ну, вы знаете, это Одесса сейчас, да, это Киев, это Ивано-Франковск, это вот Западная Украина. Поэтому нежелательно туда поездки. Дальше, если вы в городе находитесь, то нежелательно тоже массовые какие-то мероприятия, там, где много людей. Это очень нежелательно для ребенка, потому что и больные приходят, и какой-то инкубации еще при морбидном фоне, так сказать. Поэтому еще нежелательно посещать эти массовые мероприятия, и нежелательно в общественном транспорте, в общем-то, по возможности, есть такая возможность, потому что если покажется один больной там в транспорте, он, естественно, заразит всех, кто будет ехать в этом транспорте. Но это основные. Пришли вы домой, конечно, это помыли руки обязательно 2 раза, с мылом под проточной водой, умылись хорошо, потому что инфекция оседает на носоглотке, в основном глаза, поэтому умылись хорошо, руки помыли с мылом, и дыхательный путь, там нос хорошо промыли с мылом, водой, и все, и вы защитили, это обычные гигиенические мероприятия. Поэтому это надо соблюдать, и вероятность заражения, заболеваний будет намного меньше. Зараз все больше по місту я бачу, что люди берут ванно-марлові пов'язки и одягают, да, ходят. Да, это тоже способ это защиты, допоможе? Конечно. Хотя бы на 2 часа это защитит, маску тоже нужно менять. В течение 2 часов это защитит. Но не забываем, что еще глаза тоже может попасть инфекция. Слизистая глаз тоже проницаема для этого вируса. Поэтому
А якщо, наприклад, людина щеплення зробила, але захворіла після щеплення, таке буває? Прививка, понимаете, не защищает полностью, что вы уже не заболеете. Вы можете заболеть, но самое главное, что заболеете вы в легкой или средней тяжести заболевания, и вы не дадите осложнений, потому что коль дает очень серьезные осложнения. А на какие органы? Значит, в основном какие осложнения? Это идет пневмония, воспаление легких. Далее может быть менингит. Энцефалит тоже, коревой энцефалит очень тяжело протекает, миокардит, ларинготрахеиты, стенозы, гортани очень тяжелые может вызывать. И, в общем-то, поражается, может быть, и полиомиелит, очень серьезное заболевание в дальнейшем. Поэтому, конечно, эта инфекция, очень важно, чтобы человек был привит и защищен от этой инфекции. Это очень важно. Міністерство медицини України, здоров'я, воно каже про, ну, співробітники його розповідають про те, що українці все менше почали робити щеплення. Які причини, як ви думаєте, як ви гадаєте? Чому так сталося? Ну, самые разнообразные, конечно, причины. И религиозные могут быть причины. Если родители верующие, они не прививаются. Вот, не понимая необходимости этого. Ну, каждый сейчас родитель имеет право или, так сказать, или прививаться. Ну, конечно, мы уже это говорили неоднократно. Очень важно, чтобы дети были привиты, так и взрослые тоже. Ну, во-первых, даже существует такое понятие, как групповая иммунизация. То есть, если охват прививок 95%, то заболеваемость резко уменьшается, и вероятность заболения вообще не будет. Вообще не будут болеть. Понимаете? У нас намного меньше. Вот вы услышали областного иммунолога. Это, конечно, страдают наши дети. А должна быть 95% охвата иммунизации. Тогда вообще это заболевание, оно для нас не опасно, никто не заболеет. Но так как этого нет, поэтому прослойка есть непривитых, и это заболевание распространяется. Поэтому и вот такая вот ситуация возникает. Все в наших руках. Понимаете как? Если люди не понимают, то они подвергают опасности своих детей особенно. Себя-то взрослые и взрослые, а дети, особенно до 2 лет, они очень тяжело болеют, до 5 лет дают тяжелые осложнения, особенно непривитые дети. У взрослых может быть и в легкой форме протекать, понимаете? А детей до 2 лет, если особенно иммунодефицит у ребенка, он неправильно скармливается, вот, у него еще много там и своих заболеваний, приморбидный понт, там, анемия, там, рахит, ранее искусственное скармливание. Вот такие дети, они моментально ребенок дает осложнение и очень тяжело приносит это заболевание. И смертность, конечно, есть от этого заболевания. Вот у этих детей маленьких. Хочу сказать, что может быть и врожденная корь. Если мама беременная заболела, то ребенок новорожденный, может, у нас такие были детки, заболевают корью. Это врожденная уже во время беременности заразился ребенок через плаценту. Вот. Такие детки были, но, в общем-то, выживали, все было нормально, но тоже очень тяжело протекает. И если, ну, в общем-то, если мама вакцинировалась правильно, она, у нее есть антитела от кори, и она с молоком передает ребенку. И, в общем-то, ребенок, если мама привита, ребенок до 12 месяцев не заболеет корью. Если же мама не прививалась и не болела этим заболеванием, то, естественно, ребенок может заболеть и до года. Но это будет очень тяжелое заболевание. И тяжело протекать. И кроме того, если ребенок заболеет до года в грудном возрасте, у него не выработается иммунитет. Он может повторно заболеть, особенно новорожденные. Особенно новорожденные дети, если не заболели, период новорожденности, у них не формируется иммунная система, и антитела не образуются. И он может, ребенок, повторно заболеть корью. Вот так вот. Ну, така ситуація. Я хотіла б нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, так що нам можна зателефонувати і спитати у спеціалістів, проконсультуватися, можливо, чи запитати якісь актуальні запитання. Телефон студії 47-7472, тож, будь ласка, телефонуйте нам. Пані Наталі, таке запитання. Чи вистачає цих вакцин для щеплення для Миколаївської області, для міста Миколаєва? Ну, вообще с остатками прошлогодними у нас, конечно, поставки были с Министерства здравоохранения. Область была обеспечена на 71%. На сегодняшний день у нас, конечно, в области есть вакцина, но очень небольших количествах. На сегодняшний день у нас идут переговоры с Донецкой областью о том, чтобы они нам передали еще 5000 доз. В декабре месяце мы получили вакцину со Львова, нам дали 6 с чем-то тысяч доз. И сейчас вот мы
идут переговоры о том, чтобы нам Донецк выделил еще 5000, чтобы нам хотело хотя бы привить 100% наше детское население. А для взрослых, какие не робили щеплення? Для взрослых централизованно мы не получаем. Взрослые могут только привиться за свой счет. А скільки коштує, якщо не секрет? 200 з чим-то. Тобто це достатньо недорого можна. Особливо зараз ми пропонуємо, і це і медработники розказують, контактні взрослі, взрослі, які працюють, тобто це учителя, це медработники, по їх бажанню вони можуть привитися, і бажано, щоб себе захистити і свою сім'ю, то краще привитися. Взагалі, а часто звертаються дорослі вже в дорослому віці люди, щоб зробити собі щеплення? Звертаються, якщо не привіти, то вони, звісно ж, не потрібно привитися, і взрослим теж обов'язково. Двократна прививка, як я сказала. Один раз, і потім через місяць можна ще раз привитися. І от ви вже привиті від цієї інфекції. Поэтому, если, ну, еще такая может быть ситуация, если взрослые, например, ну, не знают, прививались они или нет. В коммерческих лабораториях сейчас можно обследоваться и сделать иммуноглобулин М, иммуноглобулин, извините, G, то есть антитела к этой инфекции. Если определены антитела к этой инфекции, их титр обычно в лаборатории указан, значит, вы защищены от этой инфекции, можете проверить, чтобы не было ажиотажа. Понимаете, тут не надо не бояться этой инфекции, просто понимайте, с пониманием относиться в данной ситуации. У нас есть телефонный звонок. Доброго вечера, вы в эфире, прошу. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какие первые симптомы заболевания кровью проявляются у человека? Значит, спасибо за вопрос. Значит, что хочу сказать? Вот, так сказать, логически рассказать. Значит, если вы проконтактировали с больным корью, значит, вирус попадает на носоглотку, да, и после этого идет уже инкубационный период. Инкубационный период от 9 до 21 дня. От 9 до 21 дня. Дальше возникает катаральный период, циклическое течение, как я уже сказала. Что же во время катарального периода происходит? Может у больного возникнуть высокая температура и непонятно что. Может быть слабость, боль в животе, может быть даже жидкий стул. Вот, головная боль, да, и, в общем-то, диагноз не всегда ставится. Катаральные явления могут обязательно возникнуть. Это конъюнктивит характерен для этого заболевания, поражение глаз, краснота какая-то, чиханье, кашель возникает. То есть обязательно периоду высыпаний предшествует катаральный период. Понимаете как? И очень важно вот этот период обратиться к врачу. Потому что чаще всего считают, что это вирусная инфекция, и ничего беспокоиться не надо. А это уже идет катаральный период кори. Да? И врачи уже знают, что патогномоничный для этого периода появление пятен коплика, филатового коплика, это такие беловатые пятна на слизистый щек напротив коренных зубов. Это очень такой патогномоничный признак. И хочу сказать, что именно в катаральный период, он длится 4-5 дней, больной очень контагиозен, опасен для окружающих. При кашле он выделяет очень много вируса. Понимаете, если он в поликлинике сидит, вот в такой вот очереди к врачу, то вы понимаете, что все моментально заражаются. Вот. Затем уже следующий период, это период высыпания. Вот тогда уже клиника налицо. Интоксикация очень сильная. И катаральный период тоже интоксикация. Слабость, вялость, боль в суставах, катаральные явления. Да? И уже когда пигментация, еще больше усиливается интоксикация. Слабость, это такое состояние, что ты не встанешь с кровати. Вот. И появляется этапность высыпания. Для этого заболевания характерна пятнисто-популезная сыпь. Причем возникающие циклически. Первый день, этапно возникающий. Первый день это на лице возникает пятнисто-популезно. Вы стали утром, у вас на лице сыпь появилась за ушами. Вот. А второй день на теле пятнисто-популезная сыпь, и на третий день уже на конечностях возникает пятнисто-популезная сыпь. Вот. И в это время высыпания тоже больной очень опасен для окружающих, именно во время высыпаний. Вот тогда уже обращается и ложится больной и лечится, оказывается помощь. Следующее это идет реконвалесценция, то есть уже пигментация, период пигментации, то есть на месте высыпаний возникают пигментные пятна. И все это постепенно исчезает, и период реконвалесценции. Уже когда пигментные пятна, уже исчезает интоксикация, слабость и так далее. И уже период реконвалесценции это уже выздоровление. Я зрозуміла. Вот так протекает заболевание. Я хотела добавить два слова, обратиться к нашим родителям, когда у ребенка появляется сыпь,
Пожалуйста, ни в коем случае не идите в лечебное учреждение, вызывайте врача на дом, потому что если вы придете с таким ребенком в лечебное учреждение, то вы заразите тех, кто сидит с вами в очереди. Поэтому обязательно в случае появления сыпи у ребенка на теле вызывайте врача на дом. Дякую. Таке запитання. Перейдемо вже до іншої хвороби – гепатит А. Як проявляється? Що взагалі це за хвороба? Які є наслідки? Які органи уражує? Як вона взагалі як проходить у людини? Значить, це заболівання, я хочу сказати, в общем, не завжди протікаюче благоприятно. Сразу хочу сказати. Вона, можна розглядати її як кишечну інфекцію. Визивається це заболівання ентеровірусом. Как можно заразиться этой инфекцией? Это грязными руками, болезнь грязных рук. Дальше, если повышенное заболевание, это чаще всего водный путь передачи, может, если вода инфицирована этим вирусом, и также пищевой путь передачи, если пища была инфицирована энтеровирусом. Это основные пути заражения. В чем особенность этого вируса? Значит, заражение, как мы говорим, фекально-оральный путь передачи, то есть через рот, грязные руками, попадает через рот в кишечник эта инфекция, размножается, попадает в кровеносное русло, и через кровеносное русло иммунотропность идет к печени. И этот вирус поражает клетки печени и вызывает гепатит, да, гепатит. Поэтому называем, что такое гепатит? Это воспаление клеток печени. Что же при этом происходит? Разрушение печеночной клетки, идет цитолиз, разрушение, и больной заболевает. Да? Какие же основные симптомы? Значит, инкубационный период при вирусном гепатите А в данном случае – это от 15 до 45 дней. Вот такой инкубационный период. Чем же клинически проявляется? Первый период – это преджелтушный, то есть еще нет желтушных, нет желтизны кожных покровов, но основные симптомы, как любое вирусное заболевание, дает высокую температуру, может давать слабость, вялость, гриппоподобное состояние, боли в суставах может быть, боль в животе, рвота, может быть даже и жидкий стул. И такие больные часто попадают и в СМП, вот, или попадают к врачу, ставится острая вирусная инфекция. Но в этот период очень важно обратиться к врачу, чтобы посмотрели размеры печени. Печень уже будет увеличена. И основной анализ, который нужно провести в этот период, это, конечно, моча на желчные пигменты. Этот анализ является диагностическим, когда непонятно, какой диагноз. Они чаще всего увеличены. И, естественно, в таком периоде преджелтушном биохимические анализы крови нужно сделать. Уже будет изменение, билирубин будет увеличен, и ферменты печени тоже будут увеличены. Следующий период – это желтушность, желтушный период. То есть появляется желтушность кожных покровов, да? Высокий билирубин в крови. Дальше, что еще в клинике возникает? Обесцвеченный кал, да? Стеркобилина там появляется, стеркобилин. И моча темного цвета. Тоже это очень характерно. И кожные покровы желтые. Икторичный склер возникает, да? Слабость, вялость. Но при гепатите А, при появлении желтухи, в общем-то, облегчение ребенка становится, и он лучше себя чувствует. Причем особенность еще, в преджелтушном периоде максимально больной выделяет этого вируса и опасен для окружающих, именно когда непонятен еще даже диагноз. В преджелтушном периоде уже меньше выделяется этого вируса, и он уже менее опасен. Вирус выделяется с мочой и скалом, и в крови находится. Вот это основные симптомы. И дальше уже идет выздоровление. Выздоровление. Поэтому, конечно, если вот такие симптомы возникают, конечно, желательно, чтобы вы обратились к врачу и определились с диагнозом, что. Но хочу сказать, это заболевание всегда протекает благоприятно. Если Б и С, это очень тяжелые инфекции, больные очень тяжело переносят. Здесь нет хронизации, никогда не будет при гепатите А, никогда не будет тяжелого течения, это редкость большая. Единственное, у взрослых может быть тяжелое течение, если печень уже спровоцирована. Или алкоголизм у взрослого человека, или же хронический гепатит Б или С. Вот если есть эти, уже поражена печень, то плюс наслаивается, а может быть тяжелое течение. Поэтому к этому надо тоже с пониманием, какой здесь паники не должно быть. Самая ваша защита – это мыть руки хорошо, воду кипятить обязательно, где бы вы ни брали, или разливную воду покупаете, или в кране вы покупаете, или скважину воду берете. Обязательно термическая обработка. Хочу сказать, через любой фильтр вирус проходит, поэтому никогда он вас не защитит. Понимаете, вирус будет в воде все равно. Поэтому очень важна термическая обработка и свежеприготовленные пищевые продукты. Если вы овощи, фрукты, значит мойте охлажденной кипяченой водой. И вы никогда не заболеете гепатитом А. Есть, конечно, и специфическая профилактика.
Есть такое, такая вакцина, Хаврикс называется. Вот, значит, она вводится после 12-месячного возраста детям, тоже двукратно проводится. Значит, первая прививка делается, и следующая через полгода, через 12 месяцев. Если вы двукратно привились от этой инфекции, в течение 20 лет вы защищены и не заболеете никогда этой инфекцией. Тобто можно уже и в дорослом увидеть, если да, да, вы можете, и взрослые дети могут привиться. Угу. Найти эту прививочный материал и привиться. И вы будете защищены от этой инфекции. Бояться этого не надо. Генические обычные мероприятия. Гепатит А. Хочу сказать, что гепатит А ежегодно у нас есть заболеваемость. Ежегодно. И у взрослых, и детей. Один год больше, другой меньше. Но в этом немножко больше заболеваемость. С чем она связана? Мы не знаем. Причин какие, может быть, с водой, а может быть, и санэпид, так сказать, ситуация в семье. Потому что, смотрю, очень много поступают мамы в взрослую инфекционную больницу, мама, и потом через инкубационный период поступает ребенок. Значит, не соблюдались гигиенические мероприятия в семье. Это очень важно. И дверные ручки надо, и посуду помыть, да, вот. И обязательно после туалета, до туалета и у ребенка приучить мыть руки, и вы защититесь от этой инфекции, никогда в жизни не заболеете. Mm-hmm. Поэтому бояться этой инфекции не нужно, и ажиотажа, я считаю, никакого не должно быть. Идет сезонное повышение заболевания гепатитом А. Тобто це кожного року? Кожний год це заболівання є. Обязательно. Mm-hmm. Обязательно створюються определенные такі условия, які приводять к заболіванню. Ну і плюс надо гігієну не соблюдають. Население. Это очень важно. Если корю, как мы говорим, вернусь к коре, там через 5-6 лет идет тоже повышение заболеваемости, понимаете? Так вирус развивается в природе. Какие механизмы? Мы еще не знаем до конца. Но, наверное, какие-то благоприятные условия для этого вируса создаются. И каждые 5-6 лет идет повышение заболевания, вспышки этого во всем мире. Но в данном случае, хотела еще по коре сказать, еще в феврале 2017 года ЮНЕСКО собирала нас в Киеве, вот инфекционистов, эпидемиологов, и предупреждала, что тогда в Румынии была вспышка очень большая кори, и предупреждала, что Украину ждет тоже кори. Это еще было в феврале 2017 года. Тогда в Румынии, тогда в Румынии умерло около 16 человек. Среди них были и дети, и взрослые, в основном энцефалиты, пневмонии умирали. И поэтому они предупреждали, а у вас очень низкий процент привитых от кори. А у нас там в некоторой области 25% и 20%. Это просто, они говорили, недопустимо. Поэтому вас ждет вспышка. Когда она будет? Или в 17-м, или в 18-м, но будет обязательно, если вы не начнете прививать население. Ситуация будет у вас очень серьезная. И начнется все с Западной Украины. Потому что почему? Потому что там миграция населения. Нет работы, и люди ездят туда, в Румынию, зарабатывать деньги. Естественно, они заражаются, так как вспышка. И так у нас и началось. Ивано-Франковска, да? Потом да, Киев, и все это миграции, этот вирус, Одесса. И вот, пожалуйста, уже сейчас в Николаев. Но пока, говорю, большой заболеваемости нет. Вот, в этой ситуации. У нас залишилося дуже мало часу. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, взагалі, скільки людей на даний час захворіло на гепатит А, скільки підтвердили клінічні дослідження, що саме ця хвороба в людей? Яка зараз ситуація? Ну, значить, на сьогоднішній день заболіло 93 чоловіка. На стаціонарному ліченні в обласної взрослої інфекційної больниці 55 взрослих, 11 виписано. 50 взрослых подтвержден диагноз, тяжелое течение у 7 больных. Снят был диагноз 5 взрослым людям. На амбулаторном лечении 2 взрослых людей. Детей у нас на стационарном лечении всего было 20 человек. Из них на сегодняшний день 15, 4 человека, 4 детей выписано и одному ребенку снят диагноз. Це в Миколаєві чи в усій області? Ну, это как бы в основном это жители города Николаева. Там есть несколько детей из Витовского района и взрослых есть там один у нас Николаевский район. Но в основном это жители города Николаева. Я зрозуміла. Останнє запитання. Як захистити себе від гепатиту А? Як захистити свою родину? Що зробити? Що необхідно таке? В першу чергу. От я вже сказала. Соблюдення правил личної гігієни. Мить руки, пить кипяченую воду, пищевые продукты, термическая обработка и овощи и фрукты, мить охлажденной кипяченой водой. И вы никогда не заболеете гепатитом А. Все, дякую, що завітали до нас. Я нагадую, сьогодні в нас в гостях була Наталія Єфремова, обласний педіатр, та Любов Качаліна, обласний позаштатний дитячий інфекціоніст. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі. Зустрінемось завтра. На все добре.